После замены экрана Blackview A20, ну, поставил его, проверил сенсор, в принципе, работает, изображение нормальное, но столкнулся с такой ситуацией, что нету звука. Так как в этой модели матрица шлейф матрицы, и тут же контакты на звук. Звук, микрофон и виброзвонок. Поставил, подключил, а звука нету. Прозвонил разъем. Получается, вот это вот контакта, который дает звук, нерабочий. То есть они с друг другом прозваниваются, но прозвонки на самом разъеме не было. Получается, я нашел проблему. Проблема была бракованный, получается, потому что они либо недоделаны. Получается, сам контакт отсюда и сюда. Вот видно на разъеме, что здесь он есть. А здесь его нету. И пришлось перемычку делать. Поставил перемычку, и звук появился.